Дорогой народ, мы наблюдаем за районом, где наш, ну, мой знакомый Иван, менеджер, является в трех апартментах, если не больше. И вот в этот апартмент заехала наша самая подготовленная семья, которая, если вы смотрели прошлые сериалы, прошлые выпуски про иммигрантов в Штаты, вот где они живут. Я впервые здесь, на самом деле. Поэтому давайте посмотрим, как здесь все внутри и кем они наполнены, эти апартменты. Кто живет здесь? Контингент. Можно определить по машинам частично. Вот стоят все Тойоты. Это означает, что наши. Трава не покошена тут. Это означает, что никто не ухаживает нормально. Анечка, ну ты снимай. Я разворачиваюсь, что они сюда заехали. Кондиционеры, как вы видите, тоже в стенах торчат. Это leasing офис. Закрытый сейчас офис. Зато большие окна. Окна большие, классные, но они не двойные. Аня, на втором этаже. В некоторых есть такие пластиковые классные. Ну, конечно, здесь вот человек идет, не знаю, какой национальности. Кусты и гарденинг, или как называется этот, ландскейпинг здесь ужаснейший. Ну, может, просто гарбич. Короче, все портит весь всю малину. Это наросшие бурьяны, наросшая трава и неухоженно. Машины стоят вроде нормальные. Lexus, Volkswagen. Короче, все русские наши смотрятся как будто. Так, я, наверное, проехал квартиру, которую я ищу. И что меня смущает очень сильно? Почему все пустое? Неужели тут столько пустых квартир или все на работу? В чем прикол? Ну, я... Это мой так, анализ извне. Ну вот, считайте, что вы сюда зашли и считайте, что вы будете здесь снимать. Гарбич выкинуть. Давай я пойду искать моих ребят. Чтобы мы долго тут не сидели. Кстати, наши хорошие друзья, самые подготовленные мигранты, когда ехали, они просили мне адрес и банковские письма и шли мне. Поэтому я пришел доставить им домой. Итак, добро пожаловать в апартмент, где живет самая подготовленная семья. Может, мы их даже встретим. Номер 54. Нет, нам это не надо. Нам нужно дальше, я полагаю. Вот нам сюда нужно. Вот как все выглядит. Бассейн пустой, воды никакой. Мэм, мне аж интересно с Иваном поговорить, что за прикол, почему такой уход. Так что все, я выключаюсь на пару секунд. Дорогие друзья, мы в гостях у самой подготовленной семьи, которую мы видели в прошлых сериях. Вон происшествие. Полицейские машины, люди ходят. Вон еще, вот куда вертолет летел. Смотри. Короче, происшествия здесь происходят. Но в загороженных апартментах все хорошо. И давайте я покажу вам русский апартмент 80%. Вот они. Здесь классно, на самом деле очень классно. И мы сюда заселили не одну семью. Royal Garden называется. На перекрестке Edison и Хау. А сразу за ними идут арабские апартменты. И их можно разбавить, но нужны ветераны. Нужны не ветераны, а первопроходцы. Пионеры. Вот эти они. Все арабские. Они тоже классные. И вон арабики маленькие. В общем, вот такой район. Большая рядом улица. Это Маркони и Хау. И бизнес 80-й фривей. Все, добро пожаловать. Увидимся вскоре. Приезжайте в гости. Или навсегда.